Проблем с виски уже нет. Спрайтер нет проблем? Спрайтер. А еще конечно не тут. Выпить хочется народу? Так, народ, кто будет конечный спирт? Те, у кого нет виски. Кобзарь, я сегодня не снимаю. Например, да, сегодня я не на съеме. Я сегодня не на съеме. И не пухой. Сегодня будет подбой. Кобзарь, у меня наружу отпечатано, что я обжарил с тобой. Слышь, да? Как тебе сказать? Я сегодня снимаю не тебя. Слава Богу. Ума, Морозова, да? Ребят, кто вы конечно спиртите? Наливайте. Давай стакан. Я спрашиваю, у кого налить? Не налить. Кто хочет конечный спирт? Ты хочешь конечный спирт? Я хочу, я. А почему сегодня половину? Ты еще не допил. У тебя есть. Я не понимаю. Это что? Это как? Это вообще? Сколько его акций? Я так... Смотри, у него острая. Я так слышу. В этих русских такое ужасное. Блин, я пьян. Ну что ж так? Открыл Америку, а? Скажи, что небо синее, а деревья зеленые. Хорошо, что ты это понимаешь. Обсуждаем, какой ты человек. Дружище, у нас же профессионал есть, зачем ты этим занимаешься? Эротическое шоу, вам болит. Куэр! Ты что снимаешь? Не надо. Ой, пока. Это же голубой. А мне, будет? Понят, нет. На макушке такая лень. Собака. Батька, языком как? Горит, ничего там. Так, все замолкают, просто изживают, все слушают уроки. Да? Готовят попробовать. Из той семьи. По главе стоит. Я и ты. Это наша семья. Нет проблем. Зурик, будут дети? Ты отвечаешь? Я отвечаю. Я на ответе. Дети будут. За тебя? И чтобы... Из-за твоих детей. Я был бы женщиной, он тебе так завидует на самом деле, да? Нет, он Марине завидует. Я хочу попробовать, чтобы она хранила. Вот как мы когда подошли, хранили очаг. Мастер. Я. Главное, Лена. Хранили очаг. Девочка тоже моя супруга почти. Чтобы всегда хранил очаг. Чья? Заря. Мой друг. А, вот так, да? Так Кобзарь мой друг. О, классно как. Большая семья. У нас биг. Машулька, а ты чейный? Аленка, поздравляю тебя, да? Аленка. Ален. Ленка, Кобзарь. Поздравляю тебя с мужьями? Да. Дурак, дурак, погладь, я не почеши. Иди сюда, мы тебе сейчас на шашлык. Ладно, давай. Барашка попробуем. Вот собака. Пусть откуда? Таможня, мать вашу. Короче, идет лось таможня. Затрахали, значит, лося. Ну снимите это, придурка. Все, здесь нас не понимают. Ну рассказывай. Корова там. Короче. Ну это все в этих красках, давай, дали. Посмотрим ему корову. Лицо сделай серьезно. Кому? Колосю с гона. Лицо серьезное. Да посмотри, какая красивая, какая хорошая. У меня полная выпмака. Я так, да, ну и так, и здесь хорошая, и так все. Не, Вадик, не а так. А как тебя? Вадик, подожди, стой. Вадик, не так. Уставшим голосом послушай, дорогой. А кто ты? Я корова, а я лось. Просто. Так, смешно? Какой хороший. Чем смешно, а?
Ванька, ты лось, просто лось! Мина Олен, Питер! Мина Олен, Питер! Я лось, ой-ой-ой! Мина Олен, Питер! Перкеле, пойко! Сломен, пойко, его, пойко! Ты кто? Я корова, а ты кто? А я просто лось! Давай, наливай. Эти чертовы русские. Ужасная запоят. История вообще. Бедного финского оленя. Трагическая. Трагическая. Не состоят. Да, блин. Страшная у тебя история вообще. Мне прям сердце заболело даже. Сердце, я не понял. Наливай давай, ты же сильный. Драйвер, да? А, нет, наоборот. Да. Драйвер, ты не драйвер. Дайте я налью. А где мой шашлык? Вторая пойка. Ой, да. Я не могла затащить. Давай. А кто у нас лось? У нас нет. Я передаю. Ты знаешь, почему на финских машинах люди? Чтобы рога там вообще. А без этого финские машины не работают. Не работают. У них техосмотр не принимают, если люков нет. Не, серьезно. Серьезно? Ну, абсолютно. А? Вот молодцы финки, а? Ну, родился оленем, полезаш, будем. Молодцы финки. Пудер, да, вот. Финки классные женщины. Да, вот. Молодцы. Ну, вот я даже не подумал, что они это все делают. Вадька, а какие женщины лучше, финки или эстонки? Одинаковые. По характеру самая лучшая женщина вообще. Самая лучшая женщина по характеру. Ты убедился? Нет, это эстонка. Эстонка? Да. Они спокойные, обалдеть просто. Потому что царем угнали машину, Хонду, жены нашего друга, в хлам пьяный, без документов. Мы катались там ночью, 20 минут по Таллину, да? Приехав обратно, она нас встретила и сказала, ну что, какой мусор у меня козел, какие друзья у меня. А сзади мялся и хрюкал Томас, сказал, ну что, ну все нормально, ну мужики немножко покатались, все хорошо. Ну ребята ничего не сломали, в конце концов. Он вырядился. А вот представь, что было бы с русской женщиной, если бы ее Хонду, не мужа, а ее. Мужа своя машина. Смотри, какой русский женщина. Она бы убила бы просто, понимаешь? Да просто убила бы. Не доехал бы до поворота. Вот в этом плане намного оптимальный вариант вот для свадьбы – это эстонская женщина. Нет, тогда лучше моя жена. В плане секса, конечно, самая лучшая – это еврейская. В плане секса, вот могу сказать по опыту. Как вы сказали? В плане секса, я сказал, самая лучшая еврейская женщина. Камера работает, я снимаю его. Не, однозначно совершенно. То есть тут вопрос. Снимаю, снимаю. Еврейская, да? Снимает, но я же вижу, у него рука не дрожит. Я за базар отвечу вообще, по жизни. Да, я отвечу. Ладно. Вот. А в плане, общения. Как бы сказать, в плане общения... Чеченко. Сообщение тяжело. Нет, когда в плане тебя... общения Чеченко, стоп. Потому что она стоит на кухне и молчит. Подожди, секунду, сейчас я подумаю. Или в дворе и молчит. Да, стоит на кухне и молчит. Да, он автомат поставит. Слушай, когда же при всем при этом еще не общался? Молчаливую женщину, как классно. Стоит на кухне и молчит. Я не представляю такого. Дайте. Так это ты не представляешь. Вот, он не представляет, он тоже молчит. Это не он, это... Мясо. Это как Зурику, приедешь в Москву, там, это как... Это она. Гость дорогой, значит. Чего она? Это он. Будет жрать? Надо на стол. Жрет уже вовсю. Не первый раз причем. Вадька! Пидер! Пидер оля кола! Пидер, а не пидер. На самом деле пидер, понял? Кобзарь, блин, гуми поганый, как достал уже, а? Сегодня, блин. Вадька, только сегодня или вообще? Вообще. Раньше было лучше. Слушай, Вадька, вообще тебе нравилось? Докуда? А? Слушай, а вообще тебе нравился? Да, Вадь, только не чмокать просто. Да, здесь огонь и мясо. Это не пресса, это BBC. Ебет, блин. Да. ЛМ. Вот смотри, сколько желающих на цветочек. Правильно, Оля. Свою надо держать. Пресса закончила? Нет, я продолжаю работать. Это он вот так, что ли, прошел? Я не понял. Со мной потренируйся, пожалуйста. Личинка звонит, это Выборги.
Я в Выборге. Фу. А чего отмазываться надо, ну? Скажи. Вау. Ух ты. Вау. Вау. Это писк. Это просто писк. Конечно. Леночка. Подожди, королева. Дай сделаю наезд. Королева. Дай сделаю наезд. Королева. Че, не берешь? Собаку сбила там, слышишь? Какую? Там уже свет на шашлык. Как собака мощная. Собаку. Кого? Сушку? Я как Паджеро вижу, меня сразу ставят. Ой, да ты бы раньше поднялся, увидел, тебя бы еще раньше встал. Что у тебя может встать? Что у тебя стоит? На Паджеро все. На Паджеро все. У тебя название, что у тебя написано? Что трубку ставит? Язык. И другую часть. Паджеро все. Это моя страсть, ладно? Страсть чему? Паджеро. Я его хочу. Ты его Паджеро, ты хочешь? Он меня пока нет. Ты хочешь? Пойдем, я тебя отведу к Паджеро. И ты поимеешь Паджеро. Дружище, да. Пойдем, я тебя отведу. Машина, брат. А мы кобзаревские почки в Германии продадим и купим по одной. Кобзаревские почки, да, они уже нахрен. А вообще, да, уже не купят. Там почки отрыгают. Вот трубочка, а почки вообще не понимают. Даже за 100 баков. Я канистра, эй. Ребята, эй, я у меня. Печи, развивай, пацан. Оле, 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 оле. Снимаем. Наконец-то, наконец-то, да, кобзарь. Как нашу девушку чуть не увели из-под носа, можно сказать. Между прочим, я возмутился первым. В 300-м Мерседесе, господи, твой. Отдайте зажигалку, вам кто не сразу переключка пошла, камера, чувствуешь? Такое говно не падает. 300 это слишком дешево. Это слишком дорого для нас. Не опускайся никогда. Где он валялся? Где эта свинья валялась? Да, я сытая свинья. Да, я сытая свинья. Я в грязной луже лежу. Лен, как кто-то тебя не вел на 300-м Мерседесе? Сытая свинья. Сытая свинья. Ой, какой интересный. Оля, Оля, горит. Алло, это Вадик, а это кто? Личинки зажёргали. Да. Да, бычок. Скажи, что 12. Это кто, Витька, ты? А, Андрюш, ты? Сейчас тебе там Кобзаря, он тебе все объяснит, где мы находимся. Андрюха Николаевна. За... Вадик, 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 Вадик. Вадик, Вадик. За ваше окружение. Вадик, посмотри. Нет, первое, я хочу видеть за свое окружение. Он же не такой Меладзе, Ашвили, значит, это благородная фамилия. Я преклоняюсь перед ним. Симпатик был Ашвили. Таким юмором. Он выбирает солнце, время. Ваш секс просвечивает не через трусик, не через футболку, а правым и левым углу ваших глазиков. Сейчас я заплачу. За вас, за вас. Я уже слышу, что вы замолвили. Все туда вчера. Живой меня, брат. Здорово, ты настоящий кахетинец. Ай-яй-яй-яй-яй. Ой, Гелецвали! Слушай, я такое не знал, да? Ты умеешь обольщать. Был бы женщина, ты бы отдался. Да, Зура, я бы повторил бы твой тост. Зурик. Если бы я был такой молодой. Зурик, я твой. Отдай профи, отдай профи. Миша, Зурик, я твоя. Ты-то что, ты руку держишь? Зурик, я твоя. Что? Вышел из того возраста. Ты так красиво сказал. Чтобы держать это. Понимаешь, уже на тебя трясет. Че, Зурик, ну ты Паша Лобков, что ли? То есть нет вопросов больше. Слышишь? Миша, дай подснимать, хватит. Любил, ты гонишь волну уже. Как тут мне обратиться, чтобы... Зураб, скажи. Зураб. Зурик. Слушай, у тебя есть помощник? Помощник? Который держит камеру. Ему не нужен помощник. Нету. Нету? Я сам держу. Так, прокол получился. Я держу камеру, а? Понимаешь, иногда. Зура, иногда держу. Скажи, что затряслась рука. Ты сказал, что я держу камеру. У него трясется рука. От чего? Не надо так делать. А от чего у него трясется рука? От она... Он говорит, я помогаю Зурику держать камеру. Я когда прилетаю в Москву к Зурику, я ему всегда помогаю держать камеру. Он в Лефортово всегда для меня держит камеру. Я бронирую ее и держу. Потом Зура приезжает, оба уже наготовы.
Камеру хорошую. Убери эту рыбу, иначе там кто-нибудь обрежет. Да. На велосипеде клай. Смотрите, как его везут. А я думаю, как они его привезли? А когда наш обрежет? Кто тебя обидел? Кто меня обижал? С камерой, который... Тезка, ты подтвердишь? Что с камерой? Ты подгинки подтвердишь? Да. Что Кобзарь меня обидел, да? Что с камерой? Кто тут обидел? Все. А Кобзарь тихо. Я наоборот. Я по глазам видно. У тебя чисто человек, глаза. Человек, картвейсом, это дура. Это странно, у тебя было другое выражение лица. Это круто. Запах, да? Это круто, я правда. На небе вообще. Он сегодня родился, понимаешь? У меня очень давно родственники живут в Грузии. Я ездил в Тбилиси. Не раз, один раз, правда. Это у меня осталось на всю жизнь, конечно. Я такой. Некрасиво прикуриваю, да, когда смотришь на так это. Лучше ты с Иваном был. А почему у вас губная помада? Никто не просит никогда. Он не понял маску. Сигареты остаются с маской. Зачем ты его стреляешь? Еще раз скрываешься. А, Зору знает. А он мне простит. Я просто издеваюсь, потому что знаю, что не простит. Я же постоянно присутствующий. Знал бы, что не простит, не сказал бы, конечно. В глазах, да. Я не могу это понять. Почему так на друга не издеваешься? А так мы, да? Любя же. Не так то. А мы только это. Тыска, любя просто. Твоя женщина, наверное, экономила на губную помаду. Он там еще хуже издевается. Да, знаешь, как плохо. Рассказывай мне, как вы эти русские достали, которые с акцентом говорят. Женщина на одном языке, говорит, вот президент говорит, это неправильно. Например, министр до слова сложить не может. Потому что я дернулся. Да. Не было комментариев. Зурик, что ты говоришь один раз? Не спится, да? Всего один раз? Как, вообще один раз? Зур, что, такой пьяный был, что ли? На повтор не хватило, что ли, сил? Зура, что, всего один раз? Ты все время Зуру снимаешь, что ли? Как Зарю клеить, снимаешь? Для Ольги, комку для Ольги. Ольга, мне прости, либо обычный зарплат. Да, мне очень нравится. Смотри, ножками так ты, ножки так ты, ножки так ты, ты. Перси. Посмотри, какой Перси, это же вообще. Перси. И не рассчитывай ни на что. Против. Сегодня у нас Вадик именинник. Покажи мощную. Еще раз, смешки. Балерин. Как это, Андрес Пельшев, знаешь? Как на огонь, как ты там на огонь смотришь? Ну, этот, Валдис Пельшев. Помнишь, он в шортиках вышел? Там вообще, там такие ножки, там трусики такие, видишь? Да. И вам аплодирует вся группа. Как? Вадька. Вадим. Анжелика Варум, она всегда ножки есть и дрожат. Меня ты скоро позабудешь, художник, что рисует дождь. Позабудешь. Отстань, а? Художник, что рисует дождь. А можно еще раз? Немножко. А какие вы все грузины приставущие вообще? Да, ты тоже будешь, да? Давай. Я замер в ожидании. Учи, противно. Нажми кнопку. Отстань. Нажми пару кнопок. Боже. Миша, я хочу заманную альбом. Так, предложили не для тебя вообще. Сюда, да? Вот так. Сюда. Уже проще гораздо. Ты можешь просто пойти и трахнуться уже, в конце концов уже. Я не с тобой, дурак. Кобзарь рассказывает. Отошли, Кобзарь снимает. Трахнули. Кобзарь маньяк. Слушай, давайте вы трахнете, я буду снимать. Кто? Мы с ней трахнем. Кобзарь. С ним, да. И с Кобзарем не буду. Он платит. Кобзарь маньяк. Кобзарь маньяк. Смотри, Кобзарь даже пугается. Нет, Кобзарь храпит, потеет и плохо подмахивает. Не хочу. Чего Кобзарь плохо делает?
обиделся. Миша, Миша, хорошо, ты подлайкаешь. Делаешь ты все хорошо. Что? У тебя с глазом все справа. Хорошо подлайкаешь. Мусорка мне не понравилась. А мне да. Кому да? Зурик. Зурик. Зурик, тебе понравилось, да? Мне понравилось. Ой, я не помню, когда. Это так давно было. Он тебе вообще не подмахивает, видимо, да? Он ему подмахивает. Оля. Тост. Гоги, скажи тост. Тост. Молодец, Гоги. Оля. А у вас плохо? Почему не пьешь? А не могу больше. Оля. А у вас плохо идет назад? А идет, конечно. Не-не, я освобождаю. Я не... Там номер ведущий. Я молчу. Я боюсь. Чтобы не столкнуться вообще. Так, нет, это место мы... За наш юмор. Да. Миш, я хочу за твой юмор. За мой юмор. Миш, за наш обалденный, очень классно. Я в гробу видел любой английский юмор. За наш юмор. Я был, чтобы мы жизнь прожили так, чтобы мы никогда не теряли чего-то. За наш юмор. Ты согласен, Сергей? Да. За а за какой? За русский? За грузинский? За наш? За наш. За наш юмор. Зурик, я сейчас с тобой выпью. Ну, честно. То есть, подложи тост. Зурик, иди сюда. Вот репортер уже просит выпить. Поставь. Дай поснимать. Дай человеку поснимать. Он профессионал, но уж хочется. Понимаешь, у него рука тянет. Мне его нельзя отказывать. Чего там говорите по поводу Конилигуса? Вообще что? Люблю это дело, да. Что? Сними, да. Мальчик, ты снимаешь эти штаны? А можно еще раз? Ему понравилось. Там огонь варит. Кошка, да? Вкусненько. Подожди, пей, там еще у меня трусы. Подожди. Где-то пауза, вот. Нету там никакого кадра. Был кадр, был, мы уже поймали. Мы уже отловили это дело. Ну-ка. Это повторение. Сигарет не надо? О, мой шашлык, блин, приехал. Ни хрена себе, что... Что делать? А? Рук-то две руки. На. Тумба. О, это откуда такое? Это тумба. Потому что у него может капукатор сломаться. А почему у него? Потому что твой уже не работает. Откуда ты знаешь? Дурак, поснимаю. Ребята, у вас, да? 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 Ребята, у вас, да
Зато он другое что-то умеет делать. Миш, давай с тобой станцуй. Мишка, станцуй, я потом... Журик! 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 Я поделюсь. Не знаю. Снимаем зайчика. Только это не зайчик, это мышка. Беги мальчика. Ты нас снимаешь? Да. Посмотрите, какие мы сладкие. Как его зовут? Мы так любим Олю. Как зовут этого бегемота? Сейчас скажу, как еще. Краулис его зовут. Краулис? Краулис любит Олю. Очень. А Оля любит Краулиса. Вот видели? Как его зовут? Краулис. Краблис? Крибли, Крабли. Вумс. Просто Краулис.